и сразу появляется нервозность. Потому что это совершенно не просто катание вплоть до Чипресса и Поджо, который рассекает воздух. А я как пошел. Кстати говоря, вот интересно, недавно был опрос на итальянской версии Global Cycling Network. У кого какие рекорды по скорости? Так практически у большинства, ну, у спринтеров, по крайней мере, рекордные скорости в гонках были показаны в процессе погони. В том числе и когда они садились на колесо машины. Не помню кто, по-моему, Трентин или кто там, 138 выжил, пытаясь догнать группу. Не безуспешно. Алафилиппс бросается в погоню постэффектами того падения. Ой, ну вот, ну это, опять же, это обычное явление, к сожалению. По-прежнему, что сказать, все очень нервно для Джулиана Алафилиппа. И, конечно, возможно, без этой психологической обработки со стороны Лефевра. Видишь, что он чувствует траекторию, он лавирует между машин, так как будто только этим и занимается каждую тренировку. Но мотает головой раздосадованно, потому что, конечно, все равно это погоня, это дополнительная затрата сил. Самый, может, как минимум один из самых азартных гонщиков современности Джулиан Алафилипп цепляется за хвост основной группы. Прошил остаток каравана техничек после своего падения, как будто тот и не существовал даже.